Всем привет, друзья, и сегодня я иду покупать дом. Да, вот, кстати, друзья, я дохожу, ух ты ж, уже елка даже видна, смотрите, какая великанская. Друзья, мы решили с жителями отпраздновать Новый год в новом доме просто. Там много кровати, еды, да это пентхаус какой-то, друзья. Сейчас, друзья, мы это все увидим. Так, друзья, ну что ж, вот я, значит, подхожу, и дом поражает своими размерами. Смотрите, он вообще гигантский. Ёлка такая же. О, звезда, друзья, смотрите, вот. Я прибавил как раз экран. Звезда вообще гигантская. Так, а вот, кстати, друзья, житель. Так, сейчас я взял, друзья, 3 стака изумрудов, потому что дом столько и стоит. 3 стака изумрудов, оказывается. Житель, вот, держи стаки, значит. Сейчас я тебе все скину. Вот так. Вот тебе еще скину, значит. Все 3 стака, вот все это, все твои, бери, наслаждайся Новым годом, ну и все как бы, так, что-то я тебе стак не скинул, сейчас, минуточку. Так, друзья, вот мы скинули, значит, жителю, все, иди или как там. А, ну да, да, все, все, спасибо, с Новым годом. Да-да, и тебя тоже, так, друзья, ну что, давайте зайдем, так, так, офигеть, вот это лачуга называется. Это шикарный дом, друзья. Вы представляете, здесь носочки. Здесь носочки, друзья, висят. Это, друзья, вообще, ну-ка. Можно камин, друзья, разжечь. Ну-ка, давайте. Здесь уголь. Огниво. Так, 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 так. Ну, друзья, камин разжечь. Ну-ка, опа. Офигеть, друзья. Если бы я давным-давно такое знал, я бы купил бы этот дом. Но это, друзья, мы купили в аренду. На самом деле, этот дом стоит 10 стаков изумрудов. А тем более, это мы с жителями скинулись, поэтому... Не, я такой дом не смогу купить, это явно. Офигеть, у меня, друзья, просто слов нету. Это, прикиньте, здесь какая-то мини-елочка, я не знаю, что это даже такое. Смотрите, друзья, здесь писать. Я вообще шикарный дом. Я как вижу, друзья, здесь он второй этаж. Так, друзья, я вот заметил дверь еще какую-то. Печеньки, это так, так. Это что? О, это кухня, друзья, прикиньте. Так, ну кухня маленькая, ну и прикольная. Ну-ка, здесь что? Так, ну здесь вода газированная или что это, я, друзья, не понял. Так, ну-ка, а еда у вас есть? Ну-ка, в печках. О, печеньки, друзья. Так, ладно, я хочу печеньки взять. Так, если что, захочу поем печеньки тогда. Офигеть, друзья, все на второй этаж. Да, друзья, издалека этот дом вообще красивый. Так, и сейчас еще здесь еще лучше, друзья, становится. Ну-ка, это что? О, друзья, это, друзья, спальня, значит. Так, окно, что ли? Так, странно, ну ладно. Ну-ка, еще здесь, друзья. О, стол праздничный, друзья. Смотрите, здесь даже уже все подготовлено. Офигеть. Не, ну хороший дом, друзья, вот согласитесь. Да, кстати, забыл вам сказать, что жители будут 4 и я плюс. Значит, 5 гостей будет. Остальные жители, друзья, решили там или у друзей спраздновать, или у семьи, ну, в кругу семьи, там еще у кого-то, да, друзья. А я, друзья, такой, ну, ладно, давайте празднуйте. Ну, и мы, короче, уехали из деревни, каждый кто куда поехал. А некоторые там 2-3 жителя остались Новый год в деревне справлять. Я даже, друзья, не могу представить, ведь что-то я запинаюсь, друзья. Не могу просто представить, как они будут праздновать, как бы, вдвоем же или втроем. О, тыквенный пирог. Круто, и здесь еще пирог и торт. Так, и я, друзья, заметил, здесь есть проход наверх, 3-й этаж, это творение, друзья. Ну-ка, а, это балкон даже. Офигеть, я не знаю, ну, я или сейчас в обморок упаду, или еще что со мной случится. Это супер шикарный дом, друзья. Так, ну, интересно, а, нет, здесь нет, друзья, на там 4-й этаж или еще куда-то. Смотрю, здесь вид на елку. Не, елка вообще тоже красивая, просто ну сшибательная. Так, и смотрите, друзья, люстра еще плюс. Вот это красотища. Да, ладно, так. Надо жителю, если он еще не ушел, ему сказать, дом вообще бомбезный, у меня взрыв мозга сейчас, друзья, реально. Шикарный дом. Жители придут, они все обрадуются. Фух, друзья, уже устаю говорить, но все же это реально красивый дом. Впервые раз хотя бы мы с жителями что-то сняли. Так, ладно, сейчас давайте спустимся. Так,
Опа. Так, друзья, камин. Ага, да, камин у тебя горит. Так, надеюсь, житель не ушел. И поблагодарим его, что он такой дом дал. Так, о, житель еще не ушел. Житель, я не знаю, но у меня просто слов нет. Но это вообще крутой дом. За 300 какой-то, друзья, достойно. А ты как житель считаешь? Да-да, если что, обращайтесь, я сейчас знаю много домов, поэтому удачи-то тебе провести Новый год. Ага, и тебе тоже, житель. Фух, друзья, сейчас я, наверное, так, пойти или не пойти. Ладно, друзья, я добегу, я даже звонить не буду, я хочу сюрприз прям жителям устроить. Доведу их, значит, закрою до этого глаза и все. Они как увидят, они вообще офигеют, друзья. Шикарный дом, еще с шикарной елкой. Друзья, да мы здесь салют даже устроим жителями, да это вообще бомбезно. Все, друзья, я отправляюсь к жителям. Всем пока, друзья, не забывайте подписываться на меня, ну и, конечно, ставить свои лайки. Ну и, конечно, всех с наступающим Новым годом. Осталось чуть-чуть и все, друзья, и будет 2022. Ну а я побежал в деревню жителей, друзья, ладно, всем удачи и всем пока.